Бог и топ, дорогие друзья! Сегодня уже 10 марта. И таким хорошим, прекрасным словом... Я хочу поделиться с вами, оно написано в Книге Иев, 32 глава, 8 стих. Но Дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Дыхание раз, э, Вседержителя дает раз, разумление. Хочу рассказать одну историю. Однажды, примерно около э, 10 лет назад, мы с друзьями служителями из других общин решили поехать в Крым отдохнуть. Прекрасное место Таханкут. Мы поехали с семьями. Мы там не только отдыхали, купались, загорали. Мы смотрели восходы и закаты. И наш друг, пастор из Николаева, Олег Щербаков, он любитель, аквалангист. Он предложил нам поплавать под водой. И мы пригласили друзей из другой общины, которые были профессиональными аквалангистами. Они провели инструктаж, и вот мы делали заплывы. Однажды Татьяна, которая э, прошла инструктаж, я думал, что несколько минут инструктажа хватит на, на все время. И в этот момент э, ее погрузили в воду, она взяла с, э, с собой и ласты, и груз, и была э, в плавании. С ней рядышком плыли мы, я, мой сын и инструктор сделав небольшой как бы, круг, она думала, что сделала небольшой круг в этой лагуне, она решила, что она пришла, при, обратно в место, где мы начали свое путешествие. Поднявшись наверх, она увидела, что она далеко от берега. И сразу же произошла паника. Она увидела моего сына, меня. Она скинула свой, не даже не акваланг, а очки, она скинула э, тот э, регулятор, который был в ее во рту, и э, встала паника, резко она начала тонуть. Мы пытались ее э, поддержать, и, и ее паника настолько была сильна, что она думала, что мы ее тянем вниз. Когда она э, боролась с нами, она э, пыталась выйти из своего положения, твой страх панический ее оковал и через время она поняла что ей хотят помочь и она успокоилась знаете эта ситуация напоминает мне также о многих верующих христиан которые э, попадают в пучину обстоятельств которые думают что вот они выплыли из, из, из на поверхность и обстоятельства жизни сколько сковали их и на, на, парализовали в страхе, что они борются, они нехватка воздуха. И этот страх не, э, утонуть поражает их. Знаете, нехватка воздуха. Я верю, что так многие верующие сегодня, не читая Слово Божье, могут э, чувствовать себя, что они тонут в обстоятельствах. Я понимаю, что Иов здесь говорит, что дыхание Вседержителя дает понимание, понимание что Бог в контроле всего. Даже в пучине, в пучине вод этого мира нам не нужно бояться, что э, то оборудование, которое у тебя есть, данное Богом, то Слово Божье, которое является воздухом, то снаряжение, которое ты имеешь, может каким-то образом по, э, тебе повредить. В действительности мы приходим э, в состояние, когда нам нужно преодолеть панику. И если я не могу чего-то понять, я хоть должен пройти этот путь. Сколько раз мы говорим вроде этих слов, если бы я знал, через что меня Господь проводит, если бы хотя бы знал, что будет дальше, то я бы начал понимать это по-другому. Другими словами, мы пытаемся понять, что Слово Божье говорит нам. Но для того, чтобы понять, нам нужно его читать. Я верю, что для верующего человека очень важно, читать Слово Божье. Его нужно вник, в него нужно вникать. Как верующий человек, иногда мы обращаемся к Слову Божьему и не видим ответ мгновенно. Мы можем чувствовать себя, как будто мы оставлены. Я хочу сказать, что Бог хочет поддержать нас. Лукать 24-25 говорит, тогда отверст им ум и разум к Писанию. Вот эта фраза очень интересна, потому что на пути в Эмаус Ишуа стал идти вместе со своими учениками и говорил из Писания, но они не понимали. И в тот момент, когда он открыл им разум, они говорили, не говорили нам в сердце об этом. Я молюсь сегодня о том, чтобы у нас был открытый разум для того, чтобы понимать Слово Божие. Чтение Слова Божьего, как чтение инструкции, которую мы берем к телевизору, либо к плееру, либо к другой вещи, которым нужно почитать инструкцию, как его использовать. И тогда мы читаем инструкцию, мы начинаем понимать функции и действия этих приборов. Я верю, что для нас, верующих, очень важно не просто зачитка. Нам нужно вникать в то, что говорит Слово Божье и просить у Бога понимание что оно значит. Вам нужен Бог, как и мне, для того, чтобы Он открыл нам наш разум и пролил свет на Свое Слово, на определенные ситуации. Через помазание Своего Слова Он открывает это понимание, и мы тогда успокаиваемся. Мы тогда чувствуем, что мы в защите, что мы не тонем, что нам нужен воздух. Я бы хотел помолиться сегодня за вас, чтобы Господь открыл наш разум и Ваш также к пониманию Слова Божьего, как инструкцию для жизни. Давайте мы склоним наши головы. Господь, я благодарю Тебя за Твое дыхание в моей жизни. Пожалуйста, дай мне больше понимать Твое Слово, читать Его и понимать, что Ты говоришь. Когда стресс переходит в панику, дай мне увидеть в Твоем Слове силу поддержки. Дай мне доверять Тебе в любой ситуации жизни во имя Иисуса Мессии. Аминь. И пускай Господь благословит вас в этот день. Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Мы всегда будем рады помолиться за вас. Писание говорит о том, чтобы мы носили времена друг друга. Молитесь друг за друга. Друзья, я знаю, что, может быть, вы посылаете молитвенные просьбы многим э, служениям, или же пасторам, или общинам, где бы вы ни были. Мы тоже можем помолиться за вас. И, пожалуйста, присылайте ваши просьбы по адресу, которая будет у вас на экранах вашего монитора. Пускай Бог благословит вас, и мы обязательно за них помолимся.